Добрый день, меня зовут Дмитрий Владимирович Мещеряков. Я репетитор по математике и физике. В 1982 году я закончил физический факультет Московского государственного университета. Остался там в аспирантуре и в 1985 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности математическая и теоретическая физика. С 1985 года я преподаю на физическом факультете МГУ студентам 3-4 курсов, курс теоретической физики. Еще в аспирантуре я начал заниматься частным образом. Таким образом, стаж моих частных занятий в районе 35 лет. Конечно, вначале это была подготовка в ВУЗ, повышение успеваемости. В последнее время это подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Подготовка к дополнительным вступительным испытаниям и к Олимпиадам, ну и по-прежнему, конечно, повышение успеваемости. В своих занятиях я стараюсь опираться на доступные и терпеливые, скажем так, объяснения. То есть я, если человек чего-то не понимает, объясняю столько раз, сколько это необходимо, естественно, разными словами, по-разному, заходим с разных сторон, пока не наступит полное понимание, которое вот меня удовлетворит, полное понимание вопроса. Конечно, это преимущество индивидуальных занятий, это то, чего нельзя достичь в школе. При этом занятия проходят в психологически комфортной обстановке, то есть я стараюсь не создавать дополнительного стресса, я скорее преподаватель-партнер, чем ментор. Конечно, в этом есть еще и некая опасность, поскольку когда людям нужен преподаватель построже, который там стучит кулаком по столу, я этого не делаю. Я стараюсь, чтобы наши занятия были основаны на взаимном доверии. Занимаюсь я без выезда или дистанционно, занимаюсь индивидуально или в паре. Занятия в паре очень хороши, поскольку они... В принципе, имеют даже преимущество по сравнению с индивидуальными занятиями. Единственное, нужно пару хорошо подбирать. То есть, если все удачно складывается, и люди в паре примерно одного уровня, не слишком различающегося, то тогда возникает здоровая конкуренция. И, в общем, занятия в паре очень хороши, если все складывается хорошо. Техническая сторона дела такова. Я использую графический планшет. Вот у себя на экране вы видите графический монитор, на котором я провожу занятия. Прямо вот на этом мониторе я пишу таким специальным стилусом. Вот рабочее место для занятий. Здесь мое рабочее место. Рядом рабочее место первого студента с индивидуальным светом, с персональным Full HD монитором, на котором видны все задачки и все, что я пишу. С мышкой для управления. С удобным креслом, комфортным. Вот рабочее место второго студента. Здесь даже побольше места, но немножко подальше от меня. Значит, такой же точно монитор, мышка, персональный свет. Вот этот графический планшет используется на двоих студентов. Он периодически используется, когда одному из них нужно что-то нарисовать. Просто передаем ему друг другу. Комната используется только для занятий. Здесь никто не живет и нет, в общем, большое пространство, в общем, вполне комфортные условия. Буду рад помочь повысить успеваемость, пробудить интерес к предмету, убрать страх перед предметом, успешно подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ, дополнительным вступительным испытаниям в МГУ или к Олимпиадам. Спасибо за внимание.